Ты какого хуя сделал? Один из фактов. Это попросил человечка из чата поставить ему денег. Пока вы смотрите ролик про Нагату, который я сделал вчера, я решил пускать новое видео для вас из этой рубрики, но уже про другого персонажа. Итак, встречайте 11 фактов о Чхобито, о котором, возможно, вы не знали. Всем добрый вечер, сутер, с вами Анизеро, и сегодня мы рассмотрим факты про Обито. Но перед началом видео хочу попросить вас поставить лайк под этим видео и подписывайтесь на наш канал, а также поделитесь видео со своими друзьями, буду очень благодарен. Что ж, давайте начнем, желаю вам приятного просмотра. 13 лет, учиха Обито пробуждает Шаринган. В том же возрасте Обито пробуждает Магеку Шаринган, увидел смерть на старой линии. Магеку Шаринган пробудил именно учиха Обито, а не Хатаки Какаши. Из-за наличия клетки Хашрами учиха Обито не следует. Эй, учиха Обито, блядь, вставай, блядь, учиха Обито, на работу, блядь, вставай, заебал спать. Учиха Обито. Блядь. Второй факт, в возрасте 14-15 лет учиха Обито починяет Кьюби и нападает на Каноху. Третий факт. Третий факт. В известный период времени Учиха Обито починяет себя Ягуру, становится настоящим четвертым Мизукаге. Четвертый факт. В возрасте 22-23 лет Учиха Обито возрезает... 22-23 лет. Учиха совместно с Итачи. В то же время Учиха Обито создал свою коллекцию шаринганов. Охуительный формат. Пацаны, такая мне нужна речь, это фишка такая, да? Охуительный формат, охуительный. Учиха Обито знал кинзюцу клан Учиха, который его обучил Мадара. Неизвестная речь идет конкретно про Изанаги или про Изанаги. Сука, подожди. Про Изанаги и Изанами. Изанаги Учиха Обито делит 5-10 минут во время сражения с Конан. Шестой. И Изанами. Изанаги Учиха Обито делит 5-10 минут во время сражения с Конан. Шестой факт. Шестой факт. Сетела мог использовать Доктор Ниндзюцу, как правило формирует Доктор Ниндзюцу. Number 15. Сетела Обито, а именно в руке. Седьмой факт. В Акацуке только Широзетсу и Курозетсу узнали настоящий личность человека в маске. Нагато... В какой Москве, нахуй? Узнали настоящее имя в Москве или что он сказал, блядь? Человек в Москве, гайс. Иржан. Сука. Иржан новый конкурент. Иржан, мусора. Иржан, блядь. Подождите, еще раз. Какой Москве нахуй? А именно в руке. Седьмой факт. В Акацуке только Широзетсу и Курозетсу узнали настоящий личность человека в маске. Нагато, Конан, Учиха, Итачи и Хашигаки Кисама признавали его как Мадару, а остальные знали его как... Иржан, блядь, заебал, салам алейкум. Несмотря на отсутствие Ринигана, Учиха Обито мог контролировать Гедомаза благодаря клеткам Хашрами. Девятый факт. Несмотря на то, что Каму является сильнейшим способностью Учиха Обито, он же... Ринигана Мадари, из-за чего возможность использовать магию Шаринган и Каму не было бы. Десятый факт. Будущий обладатель Ринигана Обито мог использовать Рикудо Нюзюцу. Знаете, когда я смотрю эти видео, я понимаю, что русский ютуб это, возможно, лучший, блядь. Лучший ютуб на свете. Лучший американских. И он ни разу не запнулся, заметь, нахуй. Ни разу не запнулся, сука. Спасибо за Мусараева. Вы понимаете, насколько это шикарно? Но весь наш, все золото нашего ютуба, вот весь этот смак, он где-то на дне, его не видно, вы понимаете? Его никак не найдешь, кроме как вот таким образом. А он вот он есть, блядь, не вот это говно, что постоянно, сука, блядь, выпадает каждый день. А настоящий, сука, где Иржан вам объясняет 10 фактов, а Учиха Обито. Обито Учиха. Он не это спит, сука. Прием. Я тебя сейчас Учиха Обито. Он не спит, он работает, Иржан, ёб твою мать. Это же 11 фактов вам рассказывает. Вы у него голова не болит, блядь. Да, блядь.